І коментар після гри, підсумки від головного тренера Вінницької Ниви Володимира Івановича Горілова. Володимир Іванович, що вдалося команді? Непроста гра, боротьба, і причому на всіх ділянках поля. Все ж таки, як ви вважаєте, як виглядала ваша команда, чи був шанс на перемогу? Ну, наверное, прежде всего, это заслуга команды. Как-никак мы играли одним из лидеров второй лиги. А наша команда, я думаю, только как в начале становления. Да, я скажу, первый тайм был, может, более равный. Второй тайм 15-20, когда до пропущенных голов. Явное, ну не явное, а большое преимущество было команды «Кремень». Но я рад, что даже в этой непростой ситуации нам удалось и сравнять счет. И как-никак для нас, я думаю, очко – это тоже небольшая находка. А все-таки, що хлопцям вдалося, що не вдалося на полі, можливо, якщо розібрати гру трохи, от був пропущений м'яч, з фланга передача йшла, потім по центру. Так, да, голи якісь, можна сказати, неоправдані, і навіть можна більше сказати, вони дитячі. Какое-то невнимание, розконцентрація і... Получаем со штрафного и с аута два гола. А Нива Вінниця, ну це зовсім інша команда, ніж в осінній частині чемпіонату. Все ж таки, скажіть, будь ласка, яка зараз мета перед командою, які цілі ставить керівництво команди і ви як головний тренер? Ну, наверное, прежде всего, как мы так и договорились с ребятами, мы играем для болельщиков. И я думаю, через эти игры идет и их становление. Наверное, они как и футболисты, и как команда. Но хотелось бы и думать, и пожелать, чтобы в таком ключе оно и продолжалось. Дякуємо вам і щастя в наступні гри від головного тренера команди «Кремінь» Кременчук Сергія Володимировича Ященка. Ну і хочу сказати перед його коментарем те, що «Жемчужина» в Одесі переграла «Рух» 2-1, хоча поступалася після першого тайму 0-1. Ну і «Інгулець» 2, який перебуває на четвертій позиції за «Кремнем», зіграв 0-0 у Нікополі. Сергій Володимирович, ну відразу до гри команди «Кремінь» все ж таки була перевага і в другому таймі, і були моменти, була гра, але якісь помилки дивні в обороні сталися. Ну, во-первых, хочу сказати, що к ребятам у мене ніяких нет претензій. То, що ми від них требували, все вони виконали, виложились повністю, показали хорошу содержательную игру. Ну, единственное, что я не пойму, что происходит. Какая-то неудача, какой-то фарт отвернулся от нас. Неимоверные голы забивают нам соперники. Ну, я думаю, что надо это все перетерпеть. Если мы будем играть так же оставшиеся игры, с такой же самоотдачей, с таким же желанием, я думаю, что придет результат. Надо просто перетерпеть. Судьба нас испытывает, но мы продолжаем. И я думаю, что в дальнейшем все должно наладиться и стать на свои места. Скажите, будь ласка, оцените, будь ласка, два гли, які забила наша команда, и два, які пропустила. Ну, два забиті, в принципе, были с флангу передачи и в центре. От, як... Ну, первый гол, я думаю, там была неопределенность между защитниками и вратарем. Да, первый гол, когда защитники понадеялись на вратаря, вратарь на защитников, и игрок соперника воспользовался этим моментом и забил гол. Ну а второй гол, это просто, я думаю, игрок соперников пробил просто в створ ворот и так попал под перекладину, что ну, анализировать этот гол я не могу. Это просто, я думаю, удача. Ну и с другой стороны, возможно, может быть, в какой-то степени мы посмотрим, проанализируем, как он это сделал, где были наши защитники, какая была ошибка. И тогда будем разбирать этот момент. Скажіть, з огляду на те, що «Жемчужина» переграла «Рух» 2-1, для нас результат гарний чи поганий в плані стратегії турніру «Ембург»? Для нас результат плохой, учитывая три игры, мы теряем очки, пропускаем очень много мячей, хотя мы в первом
круге были одними из лидеров, пропускали меньше всего. Вот это меня беспокоит. Меня не интересует, как играют наши соперники, меня интересует наша игра. И надо возвращаться к той игре, налаживать ту игру, которая была в первом круге. И тогда будет все нормально. Дякуємо вам.